Привет, с вами Вилсаком, я нахожусь на стенде Sony, обошел его целиком. Собственно, мы в Лас-Вегасе, это Consumer Electronics Show 2015, и самый интересный девайс, которым мне хотелось бы с вами поделиться, это, как ни странно, Player Walkman. Давайте посмотрим на него вместе, поехали. Спонсор Вилса CES 2015, магазин гаджетов madrobots.ru, подписчикам скидки. Walkman ZX2, продолжение предыдущего флагмана ZX1. Sony решили порадовать уши аудиофилов, напихали сюда всего, чего только можно, они даже не будут перечислять. S-Master HX Digital Amplifier for Hi-Res Audio, само собой, поддерживает кучу разных форматов. Здесь самое забавное, установлен Android 4.2, то есть достаточно старый, но вы можете установить Google Play, которого здесь нету, и будете играть в игрушечки. Я, честно говоря, не знаю, какое там железо, непосредственно процессор, оперативная память, но здесь 128 гигабайт встроенной памяти, он также поддерживает карточки SD. Куда их засовывать? Вот, microSD-карты вы можете засунуть сюда. Ну и, в общем, это действительно очень не бюджетная штука, она стоит почти $1200 и весит немало, то есть для тех, кто хочет слушать музыку, тот получит ее вот в таком формате. Ну, то есть мы имеем как бы музыкальный плеер со встроенным вот этим ЦАПом и со всеми прочими усилками и так далее. Я думаю, что для аудиофилов будет прикольно. Пишите, что вы думаете, будет ли этот Walkman пользоваться популярностью или нет, я точно сказать не могу, но для кого-то Sony их делает, и вот это вот знамя, упавшее после того, как Apple подзабила на iPod'ы, Sony может со своим брендом Walkman попытаться вернуть. Давайте я попробую послушать что-нибудь, что здесь есть интересного. Сейчас я вам скажу, работает ли эта штука или нет. Left, right. Могу сказать, что работает. Послушал, как звучат эти уши. Это, кстати, MDR-1A. И вот несмотря на то, что здесь очень шумно, играет куча музыки с разных сторон, я просто одеваю вот эти уши. Да, и ничего практически не слышу, кроме музыки. В общем, мне кажется, крутая вещь. Пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер. Пока!